Друзья, всем привет! Сегодня в этом видео мы хотим с вами поговорить, как подобрать ребенку лук. Прежде чем подобрать ребенку лук, вы должны понимать, для чего он ему нужен. Либо это в развлекательных целях, да, просто пострелять, отвлечь ребенка от компьютеров, от гаджетов и так далее. Либо же ребенок хочет уже более профессионально заниматься этим видом спорта. Сегодня мы лук будем подбирать Владу. Владу 9 лет. Рост у него где-то 1,32 м. Вот. Влад у нас не стрелял, но хочет научиться. Да? Давай, Петюню, пошли выбирать лук. Как для взрослых, так и для детей есть разные типы луков. Есть традиционные, классические, блочные луки. О, красавчик! Сейчас мы их все посмотрим. Прежде чем купить ребенку лук, если у вас есть возможность, то придите вместе с ребенком в магазин, например, в наш магазин Arcus Market, и мы с удовольствием вам подберем вашему ребенку и вам лук для стрельбы. Но если у вас такой возможности нет, то внимательно смотрите наше видео, и оно обязательно вам пригодится. Сейчас мы с Владом пойдем стрелять с разных видов луков, и потом послушаем твое мнение, да, какой лук понравился тебе больше всего. Let's go! Let's go! Итак, начнем нашу стрельбу с лука Манкунг РБ-015. Это классный лук для начинающих. Во-первых, в комплекте уже идет две стрелы. Во-вторых, идет защита для ручек. В-третьих, при хранении тетиву можно не снимать. И, конечно же, цена. Это просто супер. Около 700 гривен. Так что, поехали! Владюш, как тебе впечатление? Ну, прикольный лук, только вот эти три пальца, вот эти подушечки, они болят, ну, когда ты натягиваешь и отпускаешь. Но так лук вообще прикольный. Чтобы пальчики не болели, надо надевать специальные перчатки. Следующий лук, с которого мы будем стрелять, это самый хитовой, самый популярный лук. Это Roland Snake. Итак, в комплектации идет две полочки на правую сторону и две полочки на левую сторону. Ну что, Владюха, готов? Поехали, давай. О май гад! Красавчик! Владюш, как тебе этот лук? Он прикольный и легче, чем предыдущий. Легче, да? То есть это тебе понравился больше? Хорошо. Если вы своему ребенку хотите купить более профессиональное оборудование, то мы вам рекомендуем олимпийский лук. Длина данного лука 66 дюймов. Дополнительное оборудование не входит в комплектацию. Итак, начнем стрелять. Слава Богу. Владюшка, как тебе стрельба с этого лука? С этого лука сложнее, он сложнее, чем были предыдущие. С этого лука тебе сложнее было стрелять, он тяжелее, да? Тяжелее, понятно. Ты с самого начала хотел пострелять с блочного лука, да? Это самые модные, самые стильные, самые мощные, самые сложные в конструкции луки. Они очень эффектные, мне кажется, с них хочет пострелять каждый. И сейчас Влад нам продемонстрирует свои стрельбы. Да, попробуешь? Давай, 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 давай. Итак, подведем итоги. Владюха, тебе понравилось стрелять? Да. С какого лука тебе понравилось больше всего? Второго и четвертого блочного. Чем тебе понравился второй лук? Что он легкий. Легкий, хорошо. А блочный лук чем тебе понравился? Ну, что его легче натягивать. Натягивать легче. Итак, если вашему ребенку до 10 лет, то мы рекомендуем лук Манкунг 0,15, либо же 0,8. Это отличные луки, они легкие. В комплекте идут две стрелы. Их преимущество это качество, цена и, конечно же, надежность.
Если вашему ребенку от 8 до 15 лет, то мы рекомендуем лук Roland Snake. Это классный лук, который понравился нашему Владу. Этот лук, кстати, подойдет и взрослому. Следующие — это олимпийские луки, подходят деткам от 8 лет, но тем деткам, которые уже стреляли и хотят заниматься лучным видом спорта профессионально. Ручки олимпийского лука могут быть деревянными, пластиковыми и алюминиевыми. Вы уже выбираете на свой вкус. Стильный, мощный, современный блочный лук. Этот лук подойдет детям от 8 лет. Этот лук будет расти вместе с вашим ребенком. Ребенок растет, сила увеличивается, и силу лука блочного тоже можно увеличить. Он прекрасно подойдет для занятия в секции стрельбы из блочного лука. Я надеюсь, это видео было вам полезным, и вы выберете правильный лук своему ребенку. А если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Попрощаться надо. Пока! Делайте правильный выбор и попадайте в цель!